это я. Я нашел их тайник. Подземный склад на севере от развалин до Гонседиту. Когда закончишь, встретимся там. Такое дерьмо здорово бодрит. Только давай обещу десять спасений в последнюю минуту. Слушай, парень, здесь не стрелять. Сейчас уйду с дороги. Привет. Встань рядом со мной. Никакого оружия, приятель. Руки в стороны. Сумели достать эту штуку? Да какая разница, пейте. Такую бутылку не каждый день увидишь. Вам повезло, что все мои друзья свалили. Теперь мне не с кем поделиться, кроме как с вами. Вурхис, вы всегда злитесь. С утра до вечера, целыми днями, без выходных. Положение становится серьезным. Нам нужно взять эту борьбу под контроль и как можно быстрее. Нужно обсудить с тобой одно задание. Наконец, кто-то, кто умеет работать. У тебя пара душонок на счету есть, спорю. Сетуния принадлежит к худшей породе людей. Он никого не убивает сам. Он учит других. Я не могу уважать такого человека. Уния был учителем, а теперь он учит СНС устанавливать мины на... Уния сейчас в политехникуме. Думает, что он в безопасности. Сомневаюсь, что он протянет хотя бы... Вот почему мы поручаем это вам. Вы зайдете туда, как крутой герой, и разделаетесь с ним. А фото очень щедры. Они платят всегда.
Вот твои камни. Ступай на восток к политеху и убей Уния. Пора. Покроши там все на куски. Много же ты времени проводишь с командирами. Это Андре. Как будет время, встреться со мной у мусорной, севернее аэропорта. Не понимаю, это дико. Не приставай, друг, я просто стою. Бред снимает, бойцы хватают мачете и бегом гражданских нет, будто скот. Осторожней. Салют. У меня есть для тебя информация об этом учителе. Но сперва сделай мне одолжение. Отправляйся к границе и найди узел связи. Внутри обнаружишь блокнот. Принесешь его мне? В блокноте карты, а на них отмечены вышки сотовой связи. По ним ориентируются пилоты. Перед тем, как убить инструктора, заставь его позвонить пилоту по спутниковому. Дашь ему новые координаты. Тогда пилот доставит пакет к нам. Ясно? Умно. Мы то же самое с картелями на Гаити делали. Только там была кока, а не лейкопластыри. Я заберу пакет, мы продадим товар и поделим деньги пополам. Вот так все просто. Найди блокнот. Напали! Врача сюда! Масуды, поесть!
знаю это дело. Он где-то здесь. Можешь идти в политехнический. Удачи. Нет. Так ты не убить меня пришел? О, слава богу. Напугал ты меня до смерти. Так чего тебе надо? А, сделаю, как скажешь. Ну, пожалуйста. Винтовка вчера заела. Уже третий раз за неделю. У меня второй. Говори, что хочешь, я вот таким дерьмовым оружием против... Ладно, все сделаю. Если он покажет, увидимся позже, лады? Сработало. Я вижу самолет. Как только достану пакет, свяжусь с тобой. Останусь здесь. Как будешь готов, можешь уходить. Нужно поговорить с Бастионом, чтобы они вернулись. Они не вернутся. Смотрите, что они со мной сделали. Мы в опасном положении. Идешь по улице и чувствуешь, что от гражданских можно ожидать чего угодно. Они даже осмеливаются показывать мне свою злобу. Нарушают приказы. Я не знаю, что будет дальше. Ними шакал. Вот в чем дело. Он что-то замышляет. Не хочу больше слышать об этом человеке. За тобой хвоста нет, верно? В такие времена лучше соблюдать осторожность. Враги Афот повсюду.
Давненько не виделись, приятель. Ну, приступим. Есть у нас тут торговец оружием, от которого одни неприятности. Итак, вы должны передать послание труженику черного рынка. Он немного заблуждается. Думает, что ставить на СНС хорошее решение. Вот как мне с ним поступить? Только объяснить всем вокруг него, что он не прав. Он знает, что поступил нехорошо. Проворачивает свои дела на барже, чтобы всегда быть в движении. В восточном рукаве реки Нога, за пересечением железных дорог. Миру не нужны такие люди. Отправляйтесь по реке, найдите баржу, затем избавьте нас от этой проблемы. Надеюсь, все пройдет гладко. Вурхис вам заплатит. Здесь карта. Баржу найти совсем просто. Завали ябока и все. Лата, как обычно. Друзей тут ни у кого нет, приятель. Запомни это. Отлично, застал-таки. Это Андре. Встретимся у Сапока, хорошо? Черт! Может, отодвинешься? Рад тебя видеть. Тебе надо убить ябока, ну а я могу помочь. Причем красиво. У меня есть бомба, скоро ее увидишь. Больше 1000 фунтов. Красавица. Ей нужен только запал, который можешь достать ты. К западу отсюда есть свалка металлолома. Тогда мы сможем взорвать мост. Как закончим, от него ошмети останутся. Ему пора уйти. Слишком много парень болтает. Говорит всем, что у меня с ЦРУ связи и с медельинским картелем. Откуда он таких глупостей набрался? Мост большой. За нами наверняка погонятся солдаты СНС. Придется выбираться оттуда с боем. Запал на свалке металлолома в пустыне. Не пропустишь.
ними разберусь. А ты разберись с собой. Голову не поднимай. Снайперу только твоя маковка и нужна. Теперь сам. Хорошо. Ты что творишь? Это же я. Проверь-ка, друг. Так, теперь дай мне запал. Но, пожалуйста, осторожно.